Добрый день. Добрый день. Вы сейчас подошли, взяли коробку фукуса, да, у нас? Вот. И как бы за кадром рассказали о себе историю интересную. Я попросил вас, не против ли вы сказать. Вы сказали, расскажите-то, пожалуйста. У меня проблемы с сердцем, проблемы со щитовидной железой. И у меня еще неприятность такая. У меня в правом глазу, в сосудиках холестериновые такие мелкие бляшки, которые, когда я смотрю на свет, это такое объемное черное изображение. Оно где-то толстое, где-то тонкое, оно все время плавает у меня, когда я поднимаю, опускаю глаза, и мне из-за этого плохо видно. Вот я только одну баночку съела фукуса. Во-первых, я почувствовала очень много сил, вот в себе сейчас пост, я пощусь. И вот несмотря на то, что у меня очень, так скажем, ну, бедная белком пища, я, съев эту банку, почувствовала прилив сил. У меня сон стал лучше, и у меня прошли вот эти вот черные, вот эти вот, я не знаю, как это прошли. А сколько они были до этого у вас? Много-много лет. Много лет. Да, вот сейчас я вижу, у меня нет этого вот этого плавающего, черного, объемного изображения. Ну вот представьте, что будет, когда вы пропьете курс 3 месяца. Конечно, в идеале, то, что я вам рассказал, это комбинация сока проростка пшеницы, вот этого фукуса, спирулины дикой. Тогда человек получит вообще все питательные элементы, какие только на планете есть, ну, кроме B12, D3, там, витаминов, ну, вообще все. Вам, если белка вдруг не хватает, советую, просто на будущее, имейте в виду протеин спецназ, который 82% белка содержит, все незаменимые. Там надо, знаете, как полграмма на килограмм массы тела в день, это даже меньше можно. Его намного хватит, он недорогой. Или совместить со спирулиной, там тоже 68% белка, очень много. Ну вот, это я советую вам обязательно посмотреть мою лекцию «Дисбактериоз», потому что я там подробно все это объясняю, и ссылочки на другие видео, которые стоят, да, обязательно. А про воду я вам уже сказал, и вы прочли. И то, что будет просто фантастические результаты. У нас очень много было съемок. Мы тоже постараемся ставить в этот сюжет для наших зрителей. Но я вас благодарю за вашу историю, потому что люди некоторые как... Ну, понятно, не верят, потому что реклама много разная и думают... Нет, ну я на себя ощутила без всякой рекламы. Я-то знаю. И поэтому у людей, у кого-то бывает... Знаете, я вот всегда говорю, чем у человека больше проблем со здоровьем, чем он старше, тем быстрее идет эффект видимый. Конечно, молодой человек еще не так быстро, он может не ощутить это сразу, но... Все мы имеем дефицит, особенно микроэлементов, огромный. Из-за этого огромное количество проблем. А фокус ликвидирует этот дефицит молниеносно. Поэтому у некоторых, когда в этом основная проблема его заболевания, то есть как главный фактор, ликвидируя эту проблему, человек сразу начинает чувствовать себя лучше. У некоторых, как у вас с одной банки, но это редко бывает. У кого-то с 4, но с, скажем так, с коробки, с 15 банок, но у всех. А скажите, пожалуйста, вот фукус, он для костей хорош? Ну, это же минералы, это основа для костей. Но при остеопорозе там надо еще проростки кунжуты, самому проращивать. Кунжуты есть, да? Есть. Да, и вообще мою лекцию из бактериоза, там как раз и в том числе о проростках. Посмотрите, вы будете все это знать. Хорошо. Ну, благодарю вас за то, что поделились своей информацией. Благодарю. Спасибо. Много лет назад, лет 5 назад, я поняла, что у меня от креветок, которые выращены... Ну, на фермах, на гормонах. На гормонах, я поняла, хотя всю жизнь, да, я ела креветки, обожаю. Я поняла, что у меня аллергия. Вот этим летом поехала на Кипр, захотелось креветок. Зашла в магазин, спросила у киприота, знаю язык хорошо, спросила, местные или привозные? Он мне сказал, нет, местные, таких креветок нигде нет. Ночью просыпаюсь опять, начинают чесаться 2 ладони, покрываются просто волдырями. Вся покрываюсь волдырями, и дикая боль поджелудочная просто встает. Просто дикая. Тут я вспоминаю, что я с собой брала банку фукуса. Я быстрее 3 столовых ложки как навернула, и буквально, ну, часа через 2 все, у меня все успокоилось. Ну, это вот действие сорбента. Я просто спаслась. Да? Я теперь, у меня этот фукус, знаете, как все равно, что я не знаю, как мама родная, я все время с ним. Заболело ли у меня колено, я намазала фукусом. Что-то у меня какая-то аллергия, я даже маски делаю для лица с фукусом. Ну да, конечно. Сделаю маски, намажу колено, внук подойдет и говорит, баба Бе.
Я говорю, баба не пей, да? А баба красавица. Поэтому фокус это просто, ну это, вы знаете, это действительно вот человек открыл такое для нас. А Юрий Андреевич для нас открыл вторую жизнь просто. Благодарю. Все. Рад. Я вот даже могу рассказать свою историю, свою ситуацию, когда, ну, я же потому что морепродукты-то не употребляю 12-13 лет, то есть у меня, ну, может быть, дефицит йода, как был. Да, потому что организм, он есть, да. Так или иначе. И у меня были кисты на щитовидной железе, то есть, ну, мы как раз купили аппарат УЗИ, там, я говорю, вот, давайте мне сделаем щитовидной железы. Я сам не делал ничего. И посмотрели, ну, кисты... По идее, там назначают всякие сразу же там йодомарины там, и так далее, там месяцами, годами. Так, там нет, еще все. И гормоны могут потом назначаться. Да, гормоны назначаются, я. Угу, понятно. А как раз поехал на выставку. К вам, да, на мне, выставку, да. Смотрю, фокус. Ага, я как раз слышал, изучал эту тему, и вот так сложились события, что вот он попался как раз у вас. Взял пару баночек, буквально там. За месяц их одну, она была вкусная, одну я съел. С курагой. Да. А вторая была отвратительная вообще. Чистый корректор. Чистый, да. Я его не смог съесть. Но в итоге я съел полторы банки, и через несколько месяцев мне делают УЗИ, сказали, почти все кисты рассосались. Вот, вообще, дорогие друзья, бывает такое, и это реально, вот, что называется, чудо, но тут просто, поэтому как вот, у него просто, ну, все-таки он там сыроед, молодой организм. Ну да, сказать, я чищусь постоянно. Да, 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 и да. При этих моментах, просто вот у всех такого чуда не будет, но это бывает, да. Бывает, что, может, и будет, но 2 месяца, 3, вот, не просто так в Великобритании ввели должность нового государственного чиновника, который следит за закупкой вот этого фокуса для клиник Великобритании по болезням желудочно-кишечного тракта. То есть это, ну вот это вот уже что тут говорить. Шевелева Ирина Андреевна. Я закончила Алтайский медицинский институт. Давно уже занимаюсь именно альтернативной медициной. Изучаю вопросы как раз именно продления жизни. 5 лет на сыроедении. Я сразу сочетала, конечно, воду и взяла вот чистый фокус. Я не люблю корректор. Потому что я знаю, что такое фукоидан. Мне надо, чтобы это все было прям уже действующего вещества, которого как раз было максимально. Но я вам могу сказать, что получила я энергию, и вот самочувствие улучшилось. Просто ощутила. И от фокуса результат. Вот, скажите, дочь, да. Она всеядная у нас, как мы можем сказать. То есть она любительница у меня. Все подряд. То есть у нас, как я всегда говорю, что нет пророка в своем отечестве. С кишечником проблемы. Даже с учетом того, что делаем массаж, вот старославянский массаж. Ну, потому что он же не панацея. Да, мне кажется, что это очень вкусно даже. Она, конечно, пьет и говорит, даже не вызывает у меня никаких чувств. На 3-й день у нее стал работать кишечник. Хотя у нас проблемы с кишечником, чтобы он заработал. Жаль, не все люди пишут, вот знаете, под видео, в блог, в чат, там, ну, некоторые не хотят о себе, это понятно, а вот мне личных писем, какие изменения по фокусу, ко мне на ярмарках, там, подходили люди, вот, вы знаете, у меня диффузный жлоб у жены, там, 6 лет, ничего не могли, чего только, вот, все, что врачи. Прошло через 3 месяца. Там, вот таких просто посоветов, это вот к тому, что есть такие уникальные продукты, которые невозможно переоценить. Добрый день. Вот только что просто человек подошел.
рассказал историю про Хэлла прибор. Расскажите, пожалуйста, вот то, что вы мне сейчас сказали. В прошлом месяце я взял два таких, подарил маме, дочке. И где-то через недельку потом, почему запомнил 17 число, как раз я через недельку позвонил, думаю, мам, ну как там? Я, кстати говоря, его взял, и фокус есть. А, и фокус? Да. Мама говорит, я стеснялась себе сказать, потому что мужчина и женщина, это потрясающе. Я давным-давно, но она очень дружит с медициной, с этим конвейером смерти. Она очень много ест таблеток, в общем, у нее там 80 лет ей в этом году исполняется. Она мне говорит, я стеснялась тебе сказать, но говорит, я давно-давно, так, если раньше один раз в туалет ходил за 3 дня, вот сейчас каждый день... Ну, по-малому, так сказать, вот то, что... По-большому. А, вот даже так. И по-большому. По-малому-то, само собой, она говорит, просто прекрасно. Понятно, у нее с кишечником даже проблемы, так сказать. Естественно. Понятно, ну, там есть все подряд. Есть все подряд, и таблетки подряд. И тем не менее, она ощутила потрясающе сразу, да? Я сам удивился. Ну, почему? Я не сильно удивился, почему? Потому что я сам, когда я одновременно взял... Я выпил стаканчик днем и черковый по стаканчику. У меня не было, обычно ночью я не стою в туалет никогда практически. А тут 3 или 4 раза я сразу на ночь бегал, почки сразу начали работать. Да, это эффект очищения. Почему да? Почему я потом у мамы-то и спросил? Она говорит, я настолько благодарна, передай этому парню, где ты это купил, огромную благодарность. Поэтому вот так мама вам огромную благодарность. Очень рад. Ну, приятно слышать, когда результат труда, так сказать, объективный, просто потрясающе. Это я вот на своих глазах убедился. Ну, благодарю за отзыв, потому что это всегда для нас важна обратная связь. Конечно, да и для людей, конечно. Чтобы люди понимали, есть, что это, да, важнее понимали. Купить, чем сотовый телефон очередной. Абсолютно. Это точно. Поэтому огромное вам спасибо. Благодарю.